Смотри. Всем привет, я Мика, и мы будем отвечать Фелями, Кирилли, Сини и Лояли. Всем привет, у нас сегодня целая коробка шоколадных яиц Да. Вика сейчас откроет коробку, мы посмотрим, сколько их там. Вон сколько. Целая коробка, розовые, голубые. Давай, подожди, давай мы ее сейчас откроем коробку красиво. Ну что, Витка, давай разворачивать. Я сама не буду. Я предлагаю развернуть сначала весь наш ярус. Да, тогда и синий, а потом розовый. Сначала синий, потом розовый, ну давай. Только я буду. Давай вместе. Вики уже треснула. Давай как раз его распаковываем. Какое розовое красивое яичко. Давай посмотрим, какой там сюрприз. Ой, сразу фея, да? Ее собирать не надо, она уже у нас готовая. Вот такая маленькая фея. Давай посмотрим на вкладыш. Такая у нас фея. Маленькая, хорошенькая, вот эти крылышки. Это я отлячу. Открываем вкладыш. Это у нас фея летнего снега Пушинка. Серия называется «Фея и Файлин». У нас здесь представлены все 12 фей, которые могут нам попасться сегодня. Продолжим открывать их, Оль? Да, я снимаю такой. Открывай. Опять розовая? Опять розовая. Помочь тебе? Да. Опять фея нам попалась. Крылышками. Крылышками. Смотрим вкладыш. Это у нас фея солнечных зайчиков. И дай покажу, какая у нас фея. Вот она фея. Вот она фея солнечных зайчиков. Вкладыш с обратной стороны такой же самый у нас. Фея Файлин. Открывай. Опять розовенькая. Опять розовенькая? Тут, наверное, будут все розовенькие, да? Капсулы. Я меняю, блин. О, я попала вот это. Опять другая уже фея, да? Майя. Зелененьком платьице, смотрим. Это фея Майя у нас. Фея белых яблонь. Давай покажу я ближе эту фею. Вот это фея Майя, фея белых яблонь. Такая хорошенькая в зеленом платье с крылышками прозрачными. Опять розовое яйцо. Опять розовое яйцо. Ну-ка. Еще другая, да? Такой еще не было. Это фея Шелестинка, фея Листопада. Давай посмотрим мне поближе. Вот такая замечательная фея. У нее красненькие крылышки, зеленое платье, зеленые глаза. Очень красиво. Открывай. Опять розовая капсула. Так, достаем еще одну фею. Такая у нас с черными волосами, в красном платье такая фея. И крылышками. И крылышками красными. Смотрим вкладыш. Это у нас фея Рябинка, фея первого снега. Вот такая фея на сзади у нее тут такой. На голове пучок. Достаем следующий сюрприз.
Думаешь, что розовое? Опять розовое? Опять розовое? Нет. А ты какие хотела? Розовые. Розовые хотела, но вот опять розовые. Опять учителям попали. Опять такая же фея нам попалась. Фея Пушинка. Летнего снега. Вот теперь у нас их две. Интересно, что в этих яйцах попадаются только игрушки серии. Здесь нет других серий. Интересно, мы соберем все 12 игрушек? Опять. Опять такая и такая фея Майя. Подружка. Подружка. Фея Майя попалась опять. Видите, теперь будет целая куча фей маленьких, да? Не бутерли! Опять! Нет, у нас такой не было еще. Смотри, это у нас фея-звездочка. В желтом платьице такой у нас еще не было. Фея-звездочка, фея-звездопадов. Вот у нее такие оранжевые крылышки, желтая платьица и оранжевые волосы. Очень хорошенькая, красивая. Эти три. Доставай следующую. Опять розовая. Опять розовая? Вика так каждый раз удивляется, что попадается розовая. Вика, тут, наверное, все розовые будут. Да. Так, такая фея уже у нас была. Она попадалась у нас уже дважды. И опять фея Майя. Фея белых яблок. Теперь у Вики будет таких три феи, да? Тебе следующая, Лизка. Открывай. Опять достаем у нас фея Шелестинка нам попалась. Такая куколка у нас уже была. Теперь у Вики будет две куколки подружки. Дальше открываем. Опять розовая. Опять розовая. Вот, опять фея Майя. Фея Майя, фея белых яблонь. Попадается нам чаще всего, теперь у Вики будет 4 таких куколки. Да! Да! Это у нас последнее яйцо в нашем ярусе? Да, мама. Опять розовое? Опять розовое. Вика каждый раз так удивляется. Так, а такого у нас еще не было. Ой! Открываем наш вкладыш. Фея Валентинка. Фея Вьюги и Ветров. Она кажется повыше других фей, как будто бы. Такая в голубеньком платьице, с синими волосами, прозрачными крылышками. Такая ледяная, снежная королева. Смотри, как она. Фея Валентинка. Давай я поставим ложку. Нам сколько попалось на одном ярусе игрушек из серии? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нам попало 7 игрушек из серии 7 из 12. Давай откроем опять все яйца. Я сама только буду, не паники. Давай, открывайся. Давай, пока я открываю капсулу, ты открывай все остальные яйца. Такая фея у нас уже была. Неужели мы не соберем коллекцию даже из целой коробки? Это у нас фея Листопадов, фея Шелестинка. У нас уже было две таких куколки, будет еще одна третья.
пока открываю еще одно яйцо. И опять у нас фея Валентинка попалась. Опять Валентинка. Фея Валентинка. Такая вот кабутенькая фея. Вот она, фея Валентинка. Теперь у Вики будет две куколки. Феи Валентинки. Фея Вьюки и Ветров. Здесь еще ниже сказано, что это месяц февраль. Открывай пока, Вика, следующее яичко, а я это. Так, какая-то другая куколка у нас. Смотрим, кто это. Фея Веснушка. Такая миленькая. Такой еще не было. Фея Пробуждения. Месяц март. Веснушка. Это у нас восьмая куколка из коллекции. А нам нужно собрать 12. Давай, Вика. А ну пока и другое открыть. Да, ты пока другое открыла. Такая фея у нас уже была. Это фея Сани. Была у нее Сани? Да, вот у нас одна такая фея попалась. Мы просто, наверное, не называли ее имя. Это фея солнечных зайчиков. Месяц июнь. Такая фея с длинными желтыми волосиками. Теперь, видите, будет их две. Так интересно, когда попадается нам только одна коллекция. Теперь у Вики получилась целая стая таких воздушных фей, да? Да. Можно играть, как будто бы целый город феи у Вики будет. Мы открыли еще одно яйцо, и тут у нас опять фея Веснушка. Фея Веснушка нам попалась один раз до этого, а теперь будет их две. И Куля открыла еще одно яичко. Ой, какая хорошенькая, с косичками. Вот сейчас я тебе покажу. Это у нас фея Холодинка. Такая милашка. Фея снежных узоров. Месяц январь у нее. Да? А я поняла, у нас 12 игрушек из коллекции, 12 месяцев. У каждой феи свой месяц. Фея Холодинка. Так, это у нас 9-я игрушка из коллекции. Нам осталось собрать еще 3. Я такой. Открывай. О, на первом ярусе не было, да, таких золотых яиц? Так, смотрим, у нас такая фея уже попадалась дважды. Это фея Веснушка. Теперь целый гараж у меня. Вики, целая гора шоколада. Да. А что у нас бардак? А то у нас бардак, конечно. Да. А это целое, сейчас я раскрою. Вика убирает бардак со стола и делает бардак под столом. Скидывает туда все капсулы. Вика, я сладость не достала. Ну ладно, мы ее уже показывали. Это фея Веснушка опять попалась нам 4-й раз подряд. Здесь такой толстый шоколад. Прям тяжело ломается, да, Вику? Так, это у нас фея тоже была уже. У нас все меньше шансов остается собрать всю коллекцию. Это фея Рябинка. Она попадалась один раз. Фея первого снега, месяц ноябрь. Вот такая милашка. Какая-то выбражуля такая стоит. Кокетка, смотри, какая. У них есть у меня? Да, у нас одна была, и вот еще одна была. Теперь две таких фея. И такая фея у нас уже была. Смотрим, это фея солнечных зайчиков Сани.
месяц июнь. У них бы синеет, май, понятно. Тут каждая фея еще есть и шепот. Про Сани написано. Сани не самая жизнерадостная фея. А нет, это не стишок, это просто какое-то ее описание. Она встречает лето, помогает цветам распустить свои лепестки, очень любит играть на лужайке с солнечными зайчиками. У нас одно яйцо осталось, да, Викуль? Да. И опять попалась фея Сани. И очень не идет. Только она почему-то у нас как-то наклонена. У нее просто гибкие ножки. Точно такая же, да, фея Сани. Вот мы только что ее показывали. Сани, больше нет? Все, больше нет. Ну, хотя бы еще одно другое яичко. Так, давай, Викуль, ты, может, тебе повезет? Убери, вода. Вика сейчас соберет бардак. Салют, давай, может быть, тебе повезет, чтобы открыть другую игрушку. Давай, давай, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Эх, и такая у нас уже была фея. Кто это, Викуль, покажи. Ну что ж, вот мы собрали 9 игрушек из 12. Вика делает салют из капсул яиц, да? Смотрите, у нас опять фея Шелестинка. Месяц октябрь у этой феи. Вот четвертый раз она нам попалась. Давайте посмотрим, кто нам не попался еще из коллекции. Очень обидно, что целая коробка и попалось только 9 из 12 у нас фей. Значит, нам не попалась вот такая белая фея. Это зимняя фея. И мама, так фея миниатюрочек такой. Да, вот мы искали мультик феи Файлины, мы не нашли. Может быть, если кто-то знает, пишите нам в комментариях. Так, вот у нас из летних фей попалась вот такая фея в розовом платье и красном платье, а в желтом у нас нету. Я фея нашла. Вика тоже что-то там нашла. Так, и вот из феи осени... Нам не попалась из феи осени вот эта одна фея в красном платье с желтыми волосами. Ну, ничего страшного, Вика, зато у тебя много других фей, да? Ты не расстроилась, что тебе две феи не попались? Тебе понравилась коллекция? Немного не понравилась. Тебе понравилось, что тебе много фей? Нет. А какая тебе больше всего понравилась фея? Тебе показанная, бля. Вика, подписывайтесь на мой канал Виктория Плей. Всем пока! Подписывайтесь на канал Виктория Плей.